Добрый день! Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Итак, с вами я, Владимир Свержин, программа «Однажды». 1864 году государь-император Александр II готовил судебную реформу и в преддверии ее решил посетить одну из тюрем. Обходя ее, он спрашивал у заключенных, за что они сидят, каковы жалобы, велел помечать своему адъютанту все жалобы на судебные притеснения, на неуют в камерах, на всевозможные грабежи. Однако каждый раз, когда он спрашивал, за что сидит тот или иной заключенный, тот ему говорил абсолютно не краснея, не виновен, ни в чем не провинился, попал сюда случайно, все поклеп. То есть император, представляя себе, с кем имеет дело, мрачнел, но кивал и шел дальше. И вот он дошел до некого мужичка, задал ему вопрос, что, говорит, тоже невиновен? Говорит, да ну как, Ваше Величество, ну как невиновен? Во всем виновен. Так уж получилось, пришел примом в семью, там меня теща и Шурин все время во всем попрекали, говорили, что достался им никудышний мужик. Вот я как-то совсем со зла, когда семья вся была в поле, сжег и дом, и хозяйственные постройки, так что куда уж там виновен. Когда государь покидал тюрьму, он велел помиловать данного мужичка. Кто-то задал ему вопрос, а неужели его одного? Говорит, ну да, это его одного. Остальные, говорит, как они утверждают, ни в чем не виновны, как я их могу помиловать?